Поехали. Поехали. Ну что, с пилотным выпуском нас? Да, с пилотным выпуском. Вот, на самом деле, вопросы удалось наскрести с миру по нитке, можно сказать. Вот, и в основном тут мои вопросы, они как такие бытового характера, можно сказать. То есть довольно простые и обыденные. Вот, но в то же время, мне кажется, есть вопросы, которым можно будет, может быть, даже в будущем посвятить отдельные встречи, если таковые состоятся. Вот. Поэтому, наверное, можно приступить. Хорошо. Значит, во-первых, обращаемся ко всем друзьям наших каналов. Как всегда, всем доброго здравия, благополучия, хорошего настроения и позитива, и всего того, о чем мы постоянно с вами говорим. Сопричастности нашему великому делу. И пользуясь случаем, во-первых, я хочу сказать спасибо всем, кто откликнулся на мой призыв о помощи, материальной помощи нашему замечательному переводчику Александру Черкасову. Всем огромное спасибо и большая просьба всех, кто, может быть, первый раз слышит, еще раз откликнуться на этот мой призыв. Помощь необходима, и его реквизиты будут помещены под этим видео. Поэтому я прошу вас откликнуться, включиться максимально. А уж Александр нас постоянно сейчас готовит чем-нибудь порадовать. Я хочу сказать, что в самом ближайшем будущем будут очень интересные выпуски. Так что еще раз спасибо и еще раз обращаюсь с той же просьбой. А теперь начинаем наше собеседование. Итак, никогда раньше не проводил, конечно, собеседование. Для меня это не совсем привычная роль, поэтому сразу прошу прощения, если что-то будет не так. На то он и пилотный выпуск. Первый вопрос про гомеопатию и вакцины. Я думаю, так как у нас все-таки выпуск выйдет на радио, да, эксклюзивный, и на нашей платформе, то некоторые слова, я думаю, мы можем называть своими именами. Вот. Гомеопатия и вакцины были предъявлены миру в один и тот же год. Да, по-моему, это 1796 год. Совершенно верно. Что интересно, гомеопатия, да, собственно, в слове содержится вся суть подхода, да, этого медицинского. Гомеоподобные патострадания. И если обратиться к вакцинам, то в принципе там же заложена та же самая суть. То есть вводят патоген, да, в организм человека, то есть патос, и вызывают реакцию организма на этот патоген. А в связи с этим вопрос, вот такое совпадение, что это было придумано в один и тот же год, не является ли свидетельством того, что, условно говоря, да, темными силами в очередной раз было внедрено искажение, собственно, в принцип, который в гомеопатии работает в положительную сторону, а вот в вакцинации, да, он работает в отрицательную сторону. То есть вот как вы видите эту ситуацию? Нет абсолютно стопроцентного доказательства этой мысли, но в том, что это не случайно, я думаю, что тут все, как говорится, на поверхности. Это первое. Второе. Еще большей неслучайностью таких совпадений веет от последующего развития событий. Как говорится, внимательнее и системнее всегда надо исследовать. То есть, если изучить историю медицины в этих направлениях, сопоставить одно с другим конкретные исторические, медико-исторические явления, события, то есть, как развивалось давление в сторону гомеопатии и одновременно с такой же силой, как шла не просто поддержка, а такая мощнейшая накачка этой теории вакцин. Чем больше все это изучаешь,
тем больше приходишь к выводу, что да, скорее всего, или наверняка так и есть. И в этом смысле темные никогда не дремлют. И в этом смысле никогда нельзя недооценивать их возможности. Ну а мы знаем, что издавна, из столетия в столетие, верхушка тех, кого мы называем темные правители Земли, я тут не имею в виду всяких хвостатых и прочих, я имею в виду их выкормышей, их ставленников, тех, кто выращивался в человеческих телах для осуществления воли и планов этих захватчиков. У них в распоряжении масса технологий, сотни лет, подчеркиваю. Это относительно недавно как-то вдруг прорисовалась картинка, ну, например, относительно того, что Ватикан давно обладает неким прибором, с помощью которого можно увидеть прошлое. Надо быть очень наивным, очень, чтобы думать, что у Ватикана нет еще чего-то гораздо более крутого. Скелета в шкафу. Да, и там такие скелетища, что по сравнению с которыми все эти хроновизоры, это так, это жалкие побрякушки. Так вот, вся эта машинерия обслуживает пока еще всех этих теневых вертопрахов и всех остальных. И позволяет им заглянуть на некоторое количество лет вперед и увидеть, например, чем может обернуться для их планов беспрепятственное развитие доктрины гомеопатии, которая не придумана Ганеманом. Она им отточена, она им максимально функционирована, как полагается, но сама-то идея ему не принадлежит. Парацельс был до него. До Парацельса были великие медики прошлого, которые тоже утверждали, что в каждом конкретном случае надо разбираться. И тот самый Гиппократ, на которого молится сегодня показным образом, показушным вся современная медицина, он говорил о том же. Кроме того, что он утверждал, что лекарь, не знающий астрологии, не должен быть допущен к телу страждущего. Это он тоже говорил. Об этом, кстати, говорил и Парацельс, и многие другие. И Авиценна был не просто великим лекарем, он еще и астрологом был, первоклассным. Об этом никто не говорит. Ну и так далее. То есть сама доктрина «поступай в каждом конкретном случае соответствующим образом». Если ситуация требует, императивно требует что-то противоположного, применяй противоположное, но с умом и в меру. После чего переходи к подобному. Это содержится, еще раз повторяю, в доктрине Гиппократа, ученика Пифагора, на минуточку, по медицине и во многих других. Ганеман воплотил это блестящим образом, скрупулезно, педантично, как это может делать, наверное, только немец. Вот, спокойно, методично, убрав все эмоции. И не будем забывать, кто был его прямым наставником в масонской ложе. Кто? Месмер. Антуан Месмер. Это фундаментальный основатель современного биоэнергоцелительства. Это предтеча, который тоже подвергался гонениям при жизни. И тоже более или менее сносно себя почувствовал только во Франции. То есть тоже был изгнан оттуда же, откуда и Ганемана гнали. Вот такие у них родственные дела.
А кем был Месмер? А Месмер был учеником великого сиятельного графа, великого посвященного Сен-Жермена. Вот такая цепочка. Это было в то время, когда масонские ложи, учреждавшиеся как открытые форпосты светлых сил, которые в виде закрытой системы имели розенкрейцерство священное со своими принципами абсолютной закрытости. Если угодно, масонские ложи того времени, того, подчеркиваю, это 18 век, середина 18-го, после того, как в 1661 году было учреждено научное, Королевское научное общество в Британии. Это акт отчаяния, отчаянной попытки спасти ученых в рамках розенкрейцерского собратия. После этого наступил период какого-то более-менее благополучия, сохранения, накопления сил и многого другого. После этого появляются масонские ложи. Почти хронологически так. Так вот, масонские ложи, еще раз повторяю, того времени – это просветительские, оккультуривающие центры формирования элиты, настоящей элиты западного мира того времени. Элиты в лучшем смысле, которая проникнута идеями морали, нравственности, свободы, равенства и братства в их истинном значении, а не в спекулятивном, которое принесло миру чудовищные страдания в виде их извращений. Я все это говорю для того, чтобы было понято то, что вы затронули как очень важную тему. И мы знаем, что ответом на розенкрейцерство явилась папская система иезуитов, поскольку костры уже оказались неэффективными. А ответом на масонство светлое, просветительское, стали общества иллюминатов, создававшиеся все теми же структурами и иезуитами, и вот этими, про которых я периодически вспоминаю, саббатианство, саббатиане. Это гремучая смесь, чудовищная, черная, основана на антипринципах, антиморали, антинравственности, где в основу всего ложь и предательство. Вот это все противопоставлялось светлому масонству. А потом что? Как всегда, захват, внедрение, захват изнутри и вырождение до полной противоположности. Сегодня слово масон считается ругательным. В лучшем случае нейтральным. Так вот, да, конечно, это все не случайно. И 1796 год, это год, я бы его назвал такой момент старта в великой гонке за победу в деле истинного оздоровления человечества. Изобретенные линии аналоговыми методами. Да, да, да. Где одна сторона, гомеопатия, с точки зрения физики, особенно современной физики, знающей, что такое полевые взаимодействия и многое другое, и что такие явления, как торсионные взаимодействия, это не фикция, это уже технологии. А в ТКП это дремучий век технологий. Вот что такое гомеопатия. Плюс еще квантовая физика. И это все гомеопатия. И другая сторона, вот эта вакцинозная безумная система, это антинаучно и античеловечно в основе своей. Потому что главное здесь, в гомеопатии, это абсолютно гуманный подход, и за редчайшим исключением, а каждое исключение оговаривается строжайшим образом. Это не инвазивная медицина, это энергоинформационная медицина,
А вторая сторона – это грубейшее нарушение всего, что только можете себе представить с точки зрения современной науки об иммунитете человека. Это чудовищное нарушение всего. Это преодоление всех этих барьеров, кожного и всех остальных. Война. Это гиперинвазивная медицина. Вот что это такое? Ну, война, получается, с организмом. Война – это продолжение войны, объявленной человечеству негласно. Ну, а на войне кое у кого все средства хороши. Ну, да. Это только светлые не имеют права творить запредельные, в энной степени немыслимые чудовищные преступления, которыми каждый день занимаются темные. Причем со всеми этими интересными нюансами. Вот они что-то замыслят такое, вот как Черчилль в 45-м, да, назвал свою эту программу, так сказать, нападение на Советский Союз в июне 45-го года. Назвал ее немыслимое, да, unthinkable. Вот это их почерк. И тут же, загодя, обвинить в этом своего будущего противника. Придумать невероятные какие-то дела, навесить их на того, кто твой противник или твоя жертва. А дальше делать с ним все хочешь. Мировое сообщество, оно сверхуправляемо современными средствами массового одичания. Но в то же время они очень точно называют свои проекты, свои продукты. То есть, как я понимаю, в название того, что они делают, они не там, с потолка берут, да, а вкладывают в какой-то смысл и знание о том, какую вибрационную там, составляющую это несет и как это будет, собственно, воздействовать. Абсолютно. И вы совершенно правы, указав на само название вакцина. Вака – это крупный рогатый скот. Угу. То есть, это в основе сверхидея. Оскотинивание, прививание роду человеческому, вгоняние в его глубинные структуры клеточной памяти этого, то есть ответные реакции не иммунной системы человека, а животного. Вот что такое вакцина. Сейчас я говорю строго физично и строго медицински точно. Если угодно. И то животных жалко, на самом деле. Животных жалко, это отдельная тема. Этих методов вообще, в принципе, не достоин ни одна живая форма разумной жизни, как я думаю. Поэтому то, что началось на животных, это, знаете, как сейчас говорят, кинул стаканчик полицейского, дальше полетел коктейль Молотова. То есть, это, мне кажется, из этого разряда. То есть, если они переступили некоторую грань уже вот в этом, в принципе, как я понимаю, многие животные проходят, да, тест на разумную жизнь, и это признано не только какой-то одной там расой, да, это признано, в принципе, всем космическим сообществом, если так можно обобщить это. Вот, в принципе, нарушая уже здесь, если их не остановить, да, то там, этот паровоз пойдет дальше и будет творить свои дела. Но ведь это доктрина захватчиков разномастных, разнохвостных, разношерстных, которую они воплощают везде, куда они добираются, куда они свои конечности запускают. Потому что их принцип – все, кто в их глазах стоит ниже, и тут даже не важно в каком смысле, в табеле о рангах, в эволюционном направлении, еще чего-нибудь такое – это все, кто недостоин отношения к ним как к равным. Это всегда предмет эксплуатации. Просто хочу заметить, что интересно, как они сами для себя допускают такие формы взаимодействия. То есть у них же у самих есть некая иерархия, да, есть там, назовем это, низшие касты какие-то там, кто прислуживает и так далее. То есть вот как они сами, не чувствуя в себе, скажем так,
какого-то божественного происхождения или чего-то подобного, что давало бы им такую любовь к себе, если так можно сказать, которая бы не принимала такие формы общения с ними самими. То есть вот удивительно, что у них, у самих внутри такого выстроенного социума нет протеста. Те, о ком мы говорим, и эти космические расы, в общем-то, известны. Я не буду сейчас их упоминать. Их несколько основных, самых таких отъявленных. Есть более мелкие, это не значит, что их мало. Но они есть тоже. Они отличаются немножко другими характеристиками. И там какие-то странности у них есть, напоминающие или намекающие на какие-то остатки чего-то такого космически гуманного, взвешенного. Ну, по крайней мере, трусость у них есть, между прочим. А это с точки зрения космической психологии уже говорит. Чего-то они там побаиваются, да? Так вот, например, у драконицев у них трусости нет. И их система наиболее жесткая в смысле реализации иерархичности. У них есть свое представление о своем божественном происхождении. Но на вершине этого у них не наш всемогущий, потому что вселюбящий, а у них всемогущий, потому что всесокрушающий. А раз так, значит, в абсолютной степени безжалостный ко всем, кто ниже. Вдумайтесь. В связи с этим вопрос, неужели они не обладают таким провидением, что не могут понять, куда их приведет такой путь и такой взгляд? Такая концепция, которая положена в основу их общества. Этого принципа у них нет. Они живут в доктрине постоянного продолжения захвата, захвата, захвата. Их система не самодостаточна. Она абсолютно потребительская, как любая такого рода система. Любая паразитическая система, она несет в себе принцип саморазрушения. Как только прекращается захват чего-то еще, начинается откат обратно. Начинается пожирание верхними нижних. И так до тех пор, пока жрать некого. И поэтому это они знают, это они чувствуют, это они осознают. И отсюда пытаются вперед смотреть не как мы, старающиеся распространить дальше, глубже, на более плотные измерения любовь, сострадание, созидание, сотрудничество. У них другая доктрина, и ее они пытаются реализовать максимально далеко. Но при этом хотят в шестое измерение, в седьмое измерение, но... Ну, хотеть они могут все что угодно. Вот. И некоторые их технологии, если мы говорим сейчас о пресловутых, хвостатых, технологии обладают определенной энергетикой и мощью, способной так или иначе воздействовать на пятое, ну, дальше нет. И этим они пользуются, кстати. Ну, простейший пример. Любой взрыв атомной бомбы – это непосредственное воздействие на более высокие мерности. Вот этим они пользуются. Для своих целей. И это вынуждены принимать во внимание все, кто имеет с ними дело. Из тех, кто не обладает гораздо более высокой властью и прерогативами. Вот когда в дело вступает, например, руководство галактического уровня, тут они поджимают хвост, потому что они знают, что будет. Но они точно так же прекрасно знают, что если они не перейдут какую-то черту, скорее всего не будет. Если скорее всего не будет, они будут действовать. Как только
100%, что будет, оп, они откатываются обратно. И тут даже, и тут не важно, что было до этого. А уж тем более, если они кому-то что-то там пообещали, ну как немцам, которые под их присмотром там наштамповали целые планетные системы в других уголках галактики. Ну что, хвостатые им пообещали защиту, и все в порядке. Немцы наворовали с Земли туда миллионы людей, сделали их рабами. У рабов уже потомство. То есть это много поколений уже там выращено. И вдруг прибывает комиссия, так сказать, из центра галактики. Говорит, ребята, ну-ка, убрали все. А немцы к хвостатым, вы же обещали помочь? А хвостатый говорит, а чего, ребята, мы тут не стояли. Но это их принцип. Да? Вот и все. И разобрались с этими немцами. Просто удивительно, не хочу никого обидеть, но мне кажется, что это довольно глупое поведение, когда ты знаешь прекрасно законы Вселенной, как она работает, да, и при этом ты сознательно выстраиваешь такую структуру общества, своей жизни, да, способ своей жизни, при котором, ну, тебе ничего не светит дальнейшего. Не то, что сознательно, а абсолютно в русле жесткого инстинктивного поведения. А инстинктивная доктрина, я ее обозначил, она не допускает ничего такого мешающего осуществлению этой доктрины. Это не значит, что внутри этой системы иерархической, особенно на ее периферии, я имею в виду империя, да? Периферия может определенное количество времени, там миллион, сотню миллионов лет соприкасаться с другими типами космических цивилизаций и рас. И в результате этих соприкосновений что-то вроде получить инфекцию света, любви, гармонии. От этой инфекции заболеть, так сказать, вот этими всеми идеалами. И отпасть. Таких примеров масса. Но основная структура будет стоять. И она будет стоять до тех пор, пока что-то серьезное там не приключится. Ну вот самое последнее интервью, довольно обширное, которое Алекс Кольер дал для канала Super Soldiers, Джеймс Ринг там ведет. Он, я имею в виду Алекс Кольер, очень приятные новости там озвучил. Скоро это мы увидим в хорошем переводе. Намек. И он там говорит о ювелирной операции, которую провели объединенные силы света, причем с очень высоких измерений. И в результате теперь начался процесс вот этого самого разрушение структуры на том уровне, где они не властны. Это такая затравка. Остальное, я надеюсь, мы услышим уже в виде конкретного перевода. Это что-то вроде того, что показано в мультфильме «Меч в камне». Я не так давно его вспоминал. Да, диснеевский. Насколько я помню, последний диснеевский фильм, который курировал сам Дисней. «Меч в камне». И там есть сцена сражения доброго мага Мерлина с злой колдуньей. И как Мерлин ее победил. Вот это просто вот оно. Прецизионно, да? Прецизионно. Вот там показано как раз, хорошо, чего было сделано. А то буквально вчера спрашивали, что порекомендовать, чтобы посмотреть детям. Вот. Вот. Как раз. Касается мультфильмов, я об этом говорил. Это один из самых моих любимых мультфильмов. Второй самый любимый — «Полет драконов». Тоже столько там важного, интересного
ретроспективного и перспективного. Там очень много показано. Кстати, насчет того, как выстоять в последние дни. То есть полет драконов еще и об этом. То это там имеется. Такой у нас получился разговор по первому вопросу. Идем дальше. Да, и по второму, третьему и пятому сразу. Выходит, что ТКП, в принципе, это уже не про современность, да, не про наше время история. В принципе, это история уже вневременная. Вот когда мы начали наш разговор, вы упомянули Ватикан и его какой-то необычайный аппарат, да. Собственно, он появился, я так понимаю, далеко не сейчас, а не в нашей современности, и много чего там еще зарыто. Вот, в принципе... Нельзя сказать, что ТКП начала зарождаться вместе с немцами, как я понимаю. Вот. Так как у нас в Средневековье были валькирии уже, да, и картины об этом писались. Можно ли расширить, в принципе, понятие ТКП до неких вневременных даже рамок? Из какого тогда времени лучше всего, ну, вернее, не лучше всего, а можно считать, что ТКП началось в таком случае? Если обобщить все, что мной лично было сказано на эту тему, то я начну вот чего. Все, что находится под этой громадной эгидой, под названием «Тайная космическая программа», или кто-то говорит «Секретная космическая программа». Я попробую. Это все так или иначе соприкасается с информацией, связанной с теми или иными событиями в истории современного человечества. Возьмем так, за послепотопный период. Имеется в виду последний великий потоп, 9564 год до нашей эры. Эта дата есть четко зафиксирована на шкале нашей временной линии и обозначена как минимум у теософов и у розенкрейцеров. Об этом же говорили и другие там ясновидцы и все остальные. То есть, наверное, нельзя сказать, что все, что так или иначе мы знаем о технологиях, о каких-то исторических событиях. Это все ТКП. Нет, это все события, которые так или иначе повлияли на становление ТКП. Но вот если мы говорим о ТКП как о факте, то я всегда призываю к началу подхода к этой теме с рассмотрения пресловутой группировки этнических немцев в Калифорнии. Нимза. Вот это уже конкретика. Это уже, грубо говоря, физическое тело, которое начало потом оформляться. Нимза, это местечко Сонора. И, пожалуйста, у нас на канале Астролюника есть большое исследование на эту тему. Там нет продолжение и нет связей. Связи этого образования, я их немножко тоже обозначил и рассказывал о становлении российской, еще при царе и так далее. Вот эти все события, которые там были, связанные с запусканием туда российских шпионов. В общем, там тоже была борьба. Каких шпионов там только не было. Но в конце концов, кое-какая информация оттуда просочилась и в царскую Россию, и была инкапсулирована в таких закрытых научных сообществах под приглядом очень серьезных людей. И благодаря этому эти технологии были сохранены и в советское время потихоньку-потихоньку разрабатывались. И именно это дало возможность Советскому Союзу предъявить кое-что, когда Америка начала диктовать свои условия.
Даже не столько атомная бомба, а именно это кое-что. Ну, плюсы атомная бомба. Это как у изобретателя многозарядного пистолета. Доброе слово может многое сделать, но доброе слово и кольт сделают больше. Да? Так и здесь. Атомная бомба – это хорошо, но надо еще кое-что. А как? Да, простите, перебью. И дальше. Я попытаюсь сейчас максимально сжать все сказанное. Если говорить об отображении темы ТКП, то, наверное, это пресловутые цветные гравюры событий над Нюрнбергом в 17 веке. 1600 там какой-то. Это сражение в небесах. Угу. Вот это уже можно назвать таким явным отображением кое-чего, напрямую связанного с ТКП. И мы знаем, кто там был, что там происходило. Это и есть то, из чего потом, в конце концов, Нимза и выросла. А потом она тихой сапой срослась с Туле, с Врил и всем остальным. И именно это обусловило не одно, не два, не три направления в немецко, а потом немецко-нацистской тайной космической программе, а веерное. Там много-много чего было. Кое-что было с подачи альдебаранцев, это мы знаем. Кое-что с подачи системы Гидра, об этом почти никто не говорит. Это нам только Голливуд показывает. Зачем-то. Но Гидра много чего там надавала немцам. Ну и, конечно, хвостатые, которые умудрились всех под себя там подмять. И дальше мы знаем всю эту историю образования и Нахтваффен, и многого другого под непосредственным кураторством драконийцев. В этой связи интересно, вот в наше время раскрытие, да, или информирование происходит за счет средств массовой информации, массовой культуры, да, кино, музыка, там, сериалы, книги. Как закон об информировании соблюдался в прошлые века, когда тоже как бы с людьми, да, с населением делали не очень добрые вещи? То есть об этом тоже нужно было информировать же по законам космическим. Если говорить о разных временах, начну с того, что чем дальше, вот в наше время, да, тем больше мы понимаем, что мы ничего не знаем о реальных событиях в первые века, да, условно первохристианства. С каждым месяцем все больше там что-то такое высвечивается, удивительное. О том, что как минимум два было главных героя, которые потом были сведены в одно лицо в Евангелиях, но это считается уже, так сказать, общее дело. И неважно, кто, как, там, кого называет, славянским каким-то именем или еще каким-то, это неважно. Ни те не правы, ни другие не правы. Одно можно сказать уверенно. Дальше. Средневековье. Но то же самое. Мало что мы знаем о тех временах. Уж про технологии точно. Эпоха Возрождения. Ну, сплошная фантастика в виде какого-то такого запредельно невероятного развития искусства. Раз! Из каких-то непонятных картинок, примитивнейших, которые в наше время назойливо воспроизводится в виде канона, допустим, иконописи. Канон. Все в человеке изменилось. Вся система восприятия, мировосприятия, восприятие перспективы и все остальное, все изменилось. У нас канон. Это принудительный возврат туда. Я не хочу, упаси Боже, сказать, что срочно ликвидировать все иконы и все остальное. Надо к ним правильно относиться и видеть в них то, что надо видеть, а все остальное убрать. Это
Просто все равно, что смотреть на любой какой-то предмет, несущий в себе какой-то замысел, глубочайший, запредельный, в другие измерения. Это да. Да. Но продолжать, еще раз повторяю, в наши дни воспроизводить цены целые иконописные цеха есть, да, вот все то же, это массовое, да, что-то такое. Массовая продажа, да, конечно. Во славу Господу. Продукт. Продукт, да. Ну как же без этого? Так вот, вот это все раз, и вдруг бах, и Рафаэль, там, значит, и все остальные, Тициан. Еще не один, а сразу много их. Откуда? Да, веером. И на вершине Леонардо такой стоит. Да, и Микеланджело всякие, и прочие, прочие, прочие. Творцы каких-то полностью невероятностей с материалом. Когда ты смотришь на скульптуру из мрамора, там через нее кое-что видно, да, то есть это то, чего мы не знаем. Вопрос, а что мы знаем о том, как в то время общество управлялось? Как с ними поступали? Я могу сказать, что в смысле громождения лжи на лжи, чтоб ложью погонялось, наше время более чудовищно. Но там было примерно то же самое. Только ложь была более примитивной, скорее всего, сообразно интеллектуальному и общекультурному развитию населения того времени. Ну, вдумайтесь, просто вдумайтесь контекстно, как это звучало. Убивайте всех, Господь разберет своих и чужих. Это было сказано во время крестового похода на альбегойцев. На альбегойцев. Это великая резня, которую устроил папский престол, увидев в катарах смертельную угрозу для себя. И толком, я имею в виду по-настоящему, глубочайшим образом, до сих пор ни папская церковь, ей это меньше всего нужно, ни настоящие историки не объяснили, что там на самом деле. Есть нечто в виде легендаризированной темы, ну вот это, священный Грааль. И тут тоже сплошной веер возможностей. То ли это чья-то генеалогия, идущая от Марии, по одной из версий, супруги Спасителя. То ли еще что-то, то ли какой-то артефакт, то ли какие-то знания, то ли еще все вместе, то ли наследие тамплиеров, которое тоже там сохранялось какой-то частью. Вот только тамплиеры умудрились там в этом деле поучаствовать, и этим подписали себе смертный приговор. Это было сказано папским легатом. Убивайте всех, Господь на небесах своих опознает. Представьте себе, что это там ведь скушали. И таких фраз там было масса. Такого типа. Значит, таково было сознание в то время, что это было нормой. И в этих условиях пресловутый фактор оповещения, некоторые называют программирование, неважно как, но вот это, якобы соблюдение свободы выбора. Оно было в той форме. Ну и плюс какие-то совсем уж тончайшие нюансы. Я сейчас на них останавливаться не буду. Я только могу одно сказать. В этой системе воровской, основанной на воровстве, лжи, на всех видах гнусных человеческих пороков, вот он, Запад, это его суть. Это тогда все формировалось, насаждалось, встраивалось во все системы управления плебсом. И все, о чем я сейчас сказал, отражено еще и в культурном наследии. Простейший пример, легенда или сказание, как угодно,
о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Вот он пример. Примитивный факт воровства у славян. Я об этом говорил. И таких вариантов, когда выхватывалось что-то свое, а потом изображалось как некое достижение культуры, величия, слова, мысли и всего остального, это сплошь рядом. Это у славян был Арктур. Вся система взаимодействия этого великого славянского принципа с разными космическими цивилизациями, у которых были главные наши кураторы. И среди них те, кто наибольшим образом отличился в защите своих сыновей и дочерей, в том числе космических, которые здесь воплощались, это именно Арктур. Вот оттуда все и идет. Замечательно, англосаксы взяли, превратили это в такую слащавую сказочку, где иногда вообще не поймешь, о чем там речь и кто за что кого там закончил. Буквально сегодня читал про гору Рашмор в США, как она строилась на крови индейцев. И мало того, что все из-за золота, да еще и немножко себя увековечили там. Ладно, это вот отдельная это история. Самое. Да, отдельная история. На костях все. Вот на самом деле, может быть, как-то в будущем хотелось бы отдельно про США только поговорить, потому что очень много мифов. Сейчас еще такое время, что США во всем демонизируется. И в этом смысле я, конечно, отличаю людей, да, живущих там, то есть народ США от тех, кто им создает такую ситуацию, да, за которую им приходится и краснеть, и как-то, в общем, свои проблемы они получают сполна. Вот, поэтому, может быть, как-то в будущем вот есть вопросы, да, чисто по США, ну, конкретно по США. А, такой, может быть, даже несколько забавный вопрос будет. Многие африканские племена считают, что фотоаппарат и фотография крадут их душу. Вот есть ли в этом какой-то здравый смысл, который они могли почувствовать, увидеть даже, возможно, то, чего вот, то, что-то невидимое? В чем-то они, безусловно, правы. И те, кто хорошо изучал историю технологий, разрабатывавшихся в Советском Союзе в 80-х годах, включая пресловутую микролептонную технологию, Ахатрин ее разрабатывал и его коллеги. Это есть на канале Астралионика, там как минимум два таких видеоролика. Они знают, как, во-первых, можно произвести фотографическую съемку процесса генерирования энергетического посыла, мысли. Есть фотографии мысли. Мысли – это кластер. Я говорил о том, где в человеческом теле он формируется. И каким элементом человеческого мозга этот кластер излучается вовне. Я об этом говорил. Для меня это физика ясна еще с 90-х годов. Я об этом научную работу писал. Так вот, это уже связано с фотографией. Потому что я говорю о фотографиях. И Ахатрин в этих видеороликах, он показывает, как это делается. Для любого думающего человека ясно. Это фотография. Ну, там немножко более усилена чувствительность аппаратуры. Но это фотография. Она снимает информацию о том, что мы называем душа. Это не душа. Это некая часть тонкоматериальной структуры человека. Это всего лишь часть. Но в этой части по принципу голографии содержится вся информация о целом. Вот что содержится в констатации этого факта племенами Африки.
Дело в том, что они в некотором смысле чуть ближе к природе, к определенным вибрациям. У них, не у всех, но у многих, в большей степени, чем у европейских каких-то племен, это развито. Ну, Земля такая, она обладает определенными свойствами, во-первых. Во-вторых, там хвостатые тоже порезвились. И я много раз говорил о том, что есть несколько потрясающих интервью Кредо Мутуа. Это великий зулусский шаман, хранитель древней информации обо всем, что связано с контактами племен Африки с другими звездными расами и цивилизациями. Поэтому то, что он говорит, это неоспоримо. Те, кто знают, что такое должность великого шамана там у них, они лишних вопросов задавать не будут. Кроме всего прочего, там есть артефакты, которые он до недавнего времени даже ожерелье на себе носил. Пока не случилась там трагедия, его до полусмерти избили, и это ожерелье похитили. Но там кое-что еще другое осталось. Это все свидетельство того, что африканская цивилизация, культура, она еще на одну сотую по-настоящему не изучена человечеством и не востребована. А почему? А потому что задача была какая? Низвести всех жителей этого континента до состояния рабов. Мы знаем такой период. И там много чего происходило жуткого, чудовищного и по тому же изумительному принципу, который здесь был укоренен хвостатыми. Соблазняй, обманывай, разделяй, натравливай и властвуй. Он звучит так полностью. Вот это и в африканских племенах, и во всех других, но африканских сплошь и рядом. Африканские эти племена друг на дружку охотились и сбывали своих сородичей работорговцам. То есть большая часть африканских рабов поступала на невольничий рынок Запада, прежде всего американский, благодаря тому, что местные все это делали сами. Вот оно изумительное. Хотя в то же время Кредо Мутуа говорил, что у африканцев запрещено убивать человека, собственно, чем и пользовались британцы, да, когда их резали направо и налево в своих колониальных этих планах. Не только британцы, но там некоторых... все, кто, я имею в виду государство, где был принцип монархии. Вот прежде всего квота на работорговлю в Африке давалась главным образом или почти исключительно тем странам, где была монархия. А это принцип, мы сегодня о нем говорили. На верхушке, на земле, британская система. А дальше все остальные. Собственно, из этого всего рождается такой вопрос. Вот сколько человечество, да, уже тысяч лет измучено вот этими всеми инсинуациями, производимыми над ним недружественными расами, скажем так, да. Но в то же время много чего мы допустили сами. Не является ли создание и прохождение таких ситуаций тем духовным ростом или, условно говоря, тем духовным экзаменом, который необходим для того, чтобы преодолеть границы Земли, да, и все-таки стать частью какого-то космического сообщества, в которое не пустят недозрелый, не созревший дух, там, ну, то есть так можно выразиться. Здесь сразу напрашивается еще один вопрос, как минимум, и мне его иногда задают. Ну как же, вот все говорят о том, что человечество Земли в таком состоянии, на нулевом уровне находится, да, по шкале, там, которую советский ученый предложил миру, мы на нулевом уровне.
А эти в ТКП, они же везде, правильно? Противоречие, как же, они в другие галактики летают, их пустили, а земляне-то как? Ну да. Дело в том, что изначально ТКП строилось, ну, по крайней мере так, с момента, когда нацисты, находясь уже полностью под хвостатыми, решили строить отколовшуюся цивилизацию. В этом смысле ТКП это breakaway civilization. И в этом смысле к ним отношение уже другое. И с ними разбираются другие. А когда мы говорим о человечестве Земли, вот в том виде, в котором мы существуем, с нашими технологиями пещерного уровня, со всеми нашими смартфонами и так далее, это пещерный уровень по сравнению с ТКП. Это другая задача планетарного масштаба, где нас рассматривают как единую космическую расу. В этом смысле, действительно, то, что вы назвали как проблему, это проблема, которая с каждым днем становится все более и более важной. Самоосознание себя, осознание промахов, осознание ошибок, преступлений, заблуждений и всего остального, в чем человечество действительно преуспело в кавычках. Одно тут надо всегда добавлять. При жестком диктате бесчеловечных сил. И все же. Вот если бы этот диктат был абсолютным, универсальным, не допускающим ничего, ничего бы и не вышло, мы бы сейчас здесь не разговаривали бы. А то, что в человечестве все-таки пока еще сохранились идеалы, представления о морали и нравственности, оно ведь не уничтожено всеми этими радужными делами и прочей мерзостью запредельной чудовищности. Это не уничтожено, это есть в людях, правильно? Раз оно есть, причем на метагенетическом уровне, раз эти мысли пока еще востребованы, значит, и вот это чрезвычайно важный момент, который мне хотелось бы, чтобы все услышали, значит, любое отступление от этих ценностей морально-нравственных, сводящихся к отступлению от золотого правила, и есть преступление, по большому счету. Вот о чем надо говорить. И за это нас будут, с нас будут спрашивать, и это человечеству уже ставится в укор. Еще раз повторяю, если бы давление было чудовищное, запредельное, и никаких шансов, никаких идеалов не было бы. Если они существуют, значит, мы в массе своей должны, скажем так, востребовать это, оккультурировать окружающее пространство и внедрять это там, где мы можем, и препятствовать нарушению этих принципов. Когда мы это не делаем, мы соучастники. Ну, потому что это та, собственно, краеугольная ценность, которая делает нас людьми, поэтому... Если ее не будет, мы просто не будем людьми. Вот, можете... И в этом ответ на поставленный вопрос. Называть нас как хотите, да, в таком случае. Да. Даже не знаю, что спросить. Сирия и Сириус. Есть ли какая-то взаимосвязь помимо лексической? Еще первое слово какое? Сирия. Страна Сирия. Она тут есть, но в виде такого легкого аромата. На самом деле, те, кто изучают, глубоко изучают семантику, семиотику
и многие другие компоненты в лингвистике и в сравнительном языкознании, для них нет тайны, что Сирия – это трансформировавшаяся Россия. Россия? Да. Это в этом самом пространстве, да, о котором я сейчас сказал, строго научном, языковом, это одно и то же. То есть, в принципе, можно выстроить треугольник Россия, Сирия, Сириус. Есть ли связь Россия и Сирия? Я бы таких треугольников не строил бы, но я просто хочу сказать, что, во-первых, Сириус тоже разные бывают. Там в системе Б, Сириус, там совсем не друзья наши живут. Понятно. Такие же веселые ребята, в кавычках. Понятно. Так что, как там у Высоцкого, ты проверяй, какого пола твой сосед. Ну, это так шутка, да? Я бы просто хотел сказать, что на уровне не часто обсуждаемых, но реально имеющих место общих наших, даже метагенетических корней, мы что-то общее, что-то очень-очень друг другу близкое. Примерно в том смысле, который сегодня я уже затрагивал. Период максимального расцвета панславянского суперэтноса, и дальше я не буду копать тут глубоко, это действительно относительно, в метаисторическом смысле, относительно недавнее прошлое. Сирия – это была просто южная часть вот этого самого. И поэтому все, что связано с Экскалибуром, это связано с южнославянскими племенами, Ассакалибу, которые звались, и до сих пор это есть в арабских источниках, Ассакалибу. Это племя южнославянское. Они так назывались. Они обладали определенными технологиями, у них были некоторые виды оружия особого на основе некоторых видов специфических энергий, обладающий мечом такого типа. Он действительно мог махнуть и там, рать ложиться. Пример то же самое, что у Тартарии было. Они обладали психическим оружием, выстроят своих людей на аванпосте, соберутся вместе и там на километры все лежат. А в этом смысле является ли Ближний Восток неким таким хранилищем артефактов из прошлого? Безусловно. Вкладом. И вот это то, что не говорится у нас. И то, что определенным образом связано с ТКП. ТКП немцев построено в значительной степени на технологиях, добытых из древних артефактов. Из пресловутых Виманика Шастра и прочие вот эти вот дела, которые они натырили там на Тибете и в Индии, в других местах. Именно поэтому все, что связано с настоящими археологическими разработками, это все под куполом ТКП, все. И Смитсоновский институт в Америке, он далеко не только занимался сокрытием неудобных артефактов. Да, это ему было поставлено в прямую обязанность. Но там были несколько групп, занимавшихся этим поиском технологий. Также и в России есть такие группы, которые до относительно недавнего времени обслуживали, к великому сожалению, западную систему ТКП. Но теперь мы знаем, что кое-что наработано и во славу современной России. И эти люди, они, вот когда в Сирии начались эти все дела, они туда тоже ездили и находятся там. И разработка этих мест там сейчас происходит. Я могу только намекнуть, что не только там, кое-где севернее, тоже работают российские специалисты.
Кстати, недавно в новостях появилась информация, что в Тибете, пресловутом, да, Тибете, открыли какую-то библиотеку, очень древнюю библиотеку с фолиантами, по-моему, в скале там выдолблено это все было. Вот. Не является ли это, собственно, той самой тем самым хранилищем знаний, о котором говорила Блаватская в своих книгах, которые были скрыты от западной цивилизации сознательно, чтобы не Понятно. Попасть в плохие руки? Это такие жалкие крохи того, что действительно сокрыто и что оберегается самым суровейшим образом. Место, где это все оберегается самым суровейшим образом, в этом месте знают ну, просто огромное количество людей. Это все на виду. Есть фотографии горы Кайлас с одного ракурса. Там просто виден объект такой, там треугольная крыша, грубо говоря. Он такой здоровый, как сарай. А перед ним тоже очень интересный объект. Там и кто-то... табличка большая, да? Здесь. Да. Более того, мне приходилось видеть фотографии, сделанные в ночное время, когда от этого сарая, грубо говоря, от ковчега, от этого, такой свет исходит. То есть это не закрытая информация. Просто туда сунуться нельзя. Получат так, что мало никому не покажется. Вообще никому. То есть там технологии защиты ой-ой-ой какие. Там все содержится. И не в виде разрозненных каких-то спасенных где-то или припасенных каких-то частей целого. Там все находится. Все целиком, потому что рукописи не горят. В прямом смысле. У каждой рукописи, имеющей истинную ценность, истинную, то есть несущую в себе не просто знание, но еще и кое-что другое, генеалогический аспект, как я понимаю. Все необходимы. Есть астральный отпечаток, перевести его в материальный вид, ну это смешно, ребята, для этой цивилизации. Почитайте книгу «Гражданин двух планет». По-английски «Dweller on Two Planes». Автор «Филос». Вот там путешествие главного героя на Гесперу, то есть на Венеру. Там показан вариант, как это все воспроизводится, если надо. Интересно, если существует желтая книга, да, то зачем нужны фолианты такие аналоговые? Ну, во-первых, желтая книга – это то, что принесено представителями одной из цивилизаций, одной из космических рас. Mm. И то, что, к великому сожалению, попало в руки ТКПшников, американцев, которые гораздо что-то получить и присвоить, и сказать, что так и было. Но это не единственный экземпляр, одно можно сказать. Это во-первых. Во-вторых, это не единственная технология считывания и транспорирования, транслирования неискаженной информации из высшего уровня хранилища Акаши. Высшего, незамутненного. То есть этот уровень, на который не влияет ничто. Никакие ни желания, ни хотения, ни аберрации личного видения, восприятия видящими, ни технологии. Там все незыблемо, неповрежденное. Есть другие технологии считывания этого. Они ждут своего времени. Вот еще интересно, Юрий Владимирович. Посмотрим. Собственно, сколько в войнах, да, погибло людей, и вопрос о генетическом материале. То есть, как я понимаю, для, ну, не для космических рас, а вообще в космосе, да, генетика – это основная ценность. Одна из самых главных. Одна из, да, самых основных. Теряется ли генетика полностью при вот каких-то таких событиях, войнах, катаклизмах, безвозвратно? Или все-таки, ну, то есть, ну, возможно ли
прерывание эволюции даже из-за этого каких-то видов, из-за того, что в войнах погибла какая-то очень важная часть генетики, материала, или вот как сожжение ведьм, да, возможно, неспроста осуществлялось там инквизицией. Ну, Евгений, здесь, смотря какая война. Угу. Вот из того, что нам известно от одной из цивилизаций плеядианцев, одной из представителей которых сейчас на Земле. Ну, это те, кто с Билли Майером взаимодействовали, с мексиканцем, с этим, который периодически вспоминаю, с другими. Ну, вот эта война между условной Атлантидой и условной Лемурией. Они называли себя по-другому. Известно как. Я об этом, кстати, тоже говорил. Ну, то, что мы называем Атлантида, у них называлось Талон. Талон. Угу. И был соответствующий язык, и так далее, и так далее. Значит, ну, все, что мы знаем о столкновении, последнем, финальном, то есть фактически это разборка между собой плеядианцев на территории Земли. Вот что это такое. И это привело к тому чудовищному явлению, которое мы опосредованно в виде легкого эха знаем из Тимея и Критея, или, по-моему, если я не ошибаюсь, у Платона, да? Угу. Это сказание об Атлантиде, которое дошло до Эллады из Египта. В других документах это тоже есть. В Тибете сохранен документ, в котором это тоже описывается. И там назван даже объект. Это названа звезда Баал. Звезда Баал, которая упала на Землю вот туда-то и разверзлась там все. Океан расступился и поглотил то, что было последним оплотом Атлантиды. После этого на Земле, так считается, эти цивилизации не выжили и потомков не было. Кто смог, те улетели непосредственно до этого удара по Земле. Улетели в разные звездные системы, не обязательно на Плеяды, были другие звездные системы, куда они тоже смылись. Кто-то смылся на планеты Солнечной системы. Они их почему-то не говорят, но это факт. А кто-то ушел под Землю. И сейчас мы их называем Агарта. Пожалуйста, не путать с Шамбалой. Это совершенно разные вещи. И, пожалуйста, не путать с цивилизациями и космическими расами глубоко-глубоко под Землей, которые там живут сотни миллионов лет. Генетики никакой не осталось. Вот такая войнушка. Если это войны, назовем так, нашего типа, ну, конечно, остается что-то. Другое дело, что каждая война и ее последствия – это великое веселье для всякого рода пиратов, похитителей, шаромыжников, работорговцев, которые тут как тут используют свои технологии для того, чтобы не только трупы с поля боя похищать, но и попутно живых и здоровых в виде беженцев и так далее. И самое последнее время – это лучшее доказательство. Это, мягко выражаясь, больная тема для некоторых специфических кругов, которые мы называем МКК, и их прислужников в виде первых лиц государств Запада. Вот они там свой гешефт поимели. И до сих пор, к великому сожалению, это так спорадически происходит. То есть это все создается еще и для того, чтобы организовать беспрепятственное похищение тысяч, тысяч и тысяч так называемых беженцев на пути из одного места в другое. Попробуй проследи, кто там потонул в Средиземном море, кто куда пропал по пути, допустим, не знаю, из Сирии в Европу или из Афганистана. Их же никто не считает.
и особенно детей. И мы знаем историю ИГИЛ, запрещенную в России штуковину, которая изначально и замышлялась, и сооружалась, и конструировалась, и реализовывалась как мясницкая бригада. Это для заготовок. И прежде всего для плана поставок детей. Вот чем это наиболее мерзостно все было. И чему Россия положила конец. Россия. А западные туда сунулись для того, чтобы хоть что-то там успеть подгрести. Ну, свои ошибки, как я понимаю, и грехи они не признают. Собственно, что мы видим по политике США. Ни одна ошибка еще не была признана. Более того, по-моему, вчера, да, прозвучало у посла в Сербии призыв к тому, чтобы сербы наконец-то, по-моему, простили или что-то в таком ключе США за бомбежки Югославии. Или забыли как-то вот в таком формате. Ну ладно, это не важно. Да, это уже не важно. Да. Все равно все будет как надо, потому что все равно ответить придется, потому что над нашей планетой такой жесточайший карантин. И тут такие властные структуры. Скажем так, то есть кто-нибудь из них появится, просто даже в четвертой плотности. Но это равносильно взрыву водородной бомбы по мощности. Вот поэтому они нас берегут и сами не появляются. Работают те, кому положено. Но так или иначе, через потерю генетического материала, я так понимаю, это потеря опыта для Вселенной, что, в принципе, есть самое ценное для нее самой, это приобретение опыта, в том числе через проживание жизни, да, существ. Соответственно, без, ну, с потерей генетического материала теряется и опыт для проживания, определенный прецизионный опыт проживания. Да, конечно, поэтому Вселенная очень остро реагирует на такого рода события. И дальше уже по светло-иерархической системе идет передача импульса противодействия. Как он реализуется, это вопрос отдельный. Он всегда адекватен. Он всегда адекватен зафиксированной проблеме. Ну, еще такой вопрос, он, наверное, довольно обширный на самом деле, но хочется его задать. Вот по одной линии, да, повествования «Падший ангел» и «Космическое человечество», мы, собственно, те самые падшие ангелы, да, которые не смогли в силу каких-то определенных причин преодолеть, да, переход на другой уровень и пали. Прежде всего, не захотели. Свобода выбора. Свобода выбора. Закон номер один во Вселенной. В то же время, вот если сузить, да, до рамок того, что происходит сейчас, мы некие существа, некоторые из нас, некие существа, которые пришли конкретно в это время для выполнения конкретных миссий, задач, так называемые звездные семьи, да, Star Seeds. Вот. И в то же время мы, люди, которые наделены генетикой, которая является элитной, над которой поработали 22-24, по разным данным, космических расы, и почему-то наделили нас этими полномочиями, да, элитарными, за какие-то заслуги, я не знаю, за какие. Вот. И здесь хотелось бы все-таки как-то соединить это воедино. Кто же все-таки мы есть, если подавляющее большинство людей на Земле не отсюда, да, происхождением не с Земли, если считать прото, да, человечество, которое формировалось здесь очень-очень давно. Почему вот
различным существам, приходящим на эту землю, досталась вот эта элитарная генетика? И можно ли идентифицировать этих существ, исходя из этого? И наделять их этой элитарностью? И почему, скажем, какой-нибудь рептилоид не может также войти там, в тело человека, приобрести эту элитарную генетику и пользоваться какими-то ее благами? То есть это какие-то определенно подготовленные должны быть души, сознание. Вот кто мы все-таки? Прежде всего, мы существа вечные и бесконечные. Начну с этого. Ограниченность наша обуславливается существованием этой вселенной, в которой мы находимся и что-то делаем. При том, что некоторые из нас здесь, даже из других вселенных, у которых другая история, где, может быть, и не было того падения ангельского, о котором мы говорили, и о котором я писал, и в виде озвученных страниц это все присутствует. То есть кто-то здесь, может быть, из той вселенной, где все совершенно не так, где все идеально, где все разом поднялись до 11 уровня и готовятся перейти на 12, если эта вселенная подобна нашим. И с того уровня сюда прибыли, имея тот опыт позитивный, но не имея опыта этой вселенной, которая создавалась при таком изначально трагическом падении с этой высоты. Все, ради чего делается по самому высшему смыслу, это обретение опыта. Опыт – это осознанные наши переживания. Осознанные. То, что неосознанно, это не опыт. Это просто где-то там, на уровне нижнего астрала. И в этом смысле опыт с точки зрения эволюции сознания, это выше всего. Это просто выше всего. И генетики, и многого другого. Подчеркиваю, в контексте эволюции сознания, с точки зрения эволюции носителя сознания, то есть физики, плоти, генетика, да, там, на верхотуре. Теперь, что касается следов других космических цивилизаций, рас и всех остальных. Подавляющее большинство этих вмешательств производилось не с целью сделать нас лучше, а сделать нас более манипулируемыми ими, теми, кто эти изменения производил. Вот в чем тут лежит основа проблемы. С точки зрения улучшения, да, мы обладаем теми качествами на генетическом уровне, которых нет у других космических рас, которых не было произведено это усовершенствование. Но подчеркиваю, цель почти всегда, почти на 100% у всех этих вмешательств была одна – сделать нас более способными поддаваться на их манипуляции. И никто из тех, кто обсуждает эту тему, не говорит о самом главном. Вот ровно точно так же, я периодически этого касаюсь, что все эти, вот Линда Моутон Хоув, и с ее подачи очень многие, все время говорят, эти изменения генетические производились с Homo erectus, да? С человеком прямоходящим. И никто не говорит, а он-то откуда взялся? Он откуда свалился? А молчат, ну, Линда в чем-то человек очень прогрессивный и продвинутый, а в чем-то такой же ограниченный, как и весь Запад. Самоограниченный, или еще точнее, искусственно ограниченный, как вся наука. Вся земная наука. Зашоренная, туда-сюда нельзя, шаг влево, шаг вправо, не получишь Нобелевскую премию, да? Так вот. В лучшем случае. Да.
никто не говорит, ну хотя бы в контексте тайной доктрины, хотя бы в контексте эзотерической доктрины розенкрейцеров, в конце концов, других каких-то доктрин, которые утверждают, что Земля была выбрана как особое место для эволюции особого типа антропоморфной формы эволюционирующего сознания, то есть человекообразной. За скобки вывожу. Почему особого? Что там такого? Об этом пыталась говорить теософия через Блаватскую. Насколько успешно она пыталась, все ли было сказано, вот мы теперь можем спросить, да? И кое о чем, так это как следует побеседовать, наконец-то, с руководителями теософских структур и все остальное. Равно как и с другими, такими же громкими йогическими структурами, которые многое знали, а мы теперь вынуждены на все это смотреть очень пристально. Если бы не книга «Две жизни», так нам еще больше было бы чего предъявить всяким этим обществам. Тем не менее, даже в рамках всего этого, ну там говорится о первой коренной расе, которая была засеяна на нашу планету так, как полагается везде, во всей Вселенной. Засеивание происходит через атмосферу. То есть первоначально существа неплотные. Это очень-очень уплотненный астрал и еле-еле присутствующее эфирное тело. И поэтому эти существа гигантского размера с огромное облако. А дальше эволюция, эволюция, точнее инволюция, инволюция, уплотнение, уплотнение, уплотнение. И дальше читайте «Тайную доктрину» или «Розенкрейцеров», или кому неохота, читайте Клизовского Александра, у него все это в свернутом виде. В конце концов, «Космические легенды Востока». Еще более свернутая, еще более билетаризированная форма. Да? Значит, вот что в нас самое главное. Вот что позволило всем этим вмешательствам не привести к катастрофе, к абсолютной поломке, а к тому, что при всех этих жутких делах, при всех катастрофах, при всем оживотнивании, которое произошло с родом человеческим, да, это обезьяны. Мы знаем, по какой причине. И кто виноват на самом деле, что человечество вовремя, вовремя, по космическому сроку, не получило индивидуальные сознания. Кто там поленился слегка? И из-за этого натворили дел, и обезьяний род образовался, в котором высшие силы, которые на все это смотрели, они увидели возможность при каких-то самых страшных потрясениях сохранить это самое главное, изначально существующую генетику от Творца. От Творца нашего типа эволюционирующего сознания. Сейчас я говорю о Творце в высшем смысле, имеющем действительно человеческий образ. Вот что легким таким эхом присутствует в образе Бога Отца. Вот что это такое. И папы сами не знают, что они вещают. Они говорят-то о действительно высочайшем, наивысочайшем, но это не абсолют, из которого вышло вообще все, включая и этого первого. То есть наша генетика была создана не с нуля, скажем так, да, а она спущена непосредственно от Творца. От первого источника, который в нас проявляется, в нашей форме. У меня был один из вопросов, какая раса имела прерогативы наделять нашу антропоморфную форму душой. То есть это же самые высокие должны быть прерогативы на это, потому что у них этого нет, и
наделить этим может только тот, кто этим обладает. Ну, мы снова возвращаемся к необходимости правильного понимания того, что такое душа, ее физики, без ля-ля, без мифологии, без «мне кажется, что это так», или «я вижу». Физика, я о ней говорил, она проста, как огурец. Если подходить к этому с точки зрения современного знания, в котором есть часть от квантовой физики, верно понимаемой, и есть то, что исходит изначально из абсолютно четкого, недвусмысленного, не позволяющего какие-то витийствования и самопридумывания корней душа. Я объяснял на пальцах, что это значит в смысле физики явлений, физики. Где и частицы есть, и голограммы, и все это, там все это есть, да? Так вот, если мы подходим к этому понятию так, то дана была не душа, а была дарована возможность формировать то, что мы называем душа. Это опыт. Это результат, процесса, который без божественной частицы в нас невозможен. Угу. Этого невозможно получить. Будь ты хоть с тысячелепестковым лотосом, или у тебя там 10 или 100 их. Невозможно. Те, кто знают, как получается голограмма, они знают, что одного лазерного луча недостаточно, ребята. Ну, не будет у вас голограммы. Стерео. Один опорный луч ничего не дает. Не стерео, а должна быть, ну, хотя бы простейшая еще какая-то подсветка, грубо говоря, от чего-то. А вот когда есть два источника, находящихся друг относительно друга в состоянии идеального синхронизма, или, как говорят наши друзья физики оптики, и, как я говорил, сдавая лабораторную работу по производству голограммы, когерентность, мне легко об этом говорить, я сам все это делал. В нашей лаборатории по квантовой физике Курт Куртович Шварц нам преподавал, гений нашей местной науки латвийской. Поэтому мне об этом легко говорить, я, во-первых, знаю, как это, во-вторых, я понимаю в виде образа, и могу объяснить, что это такое. Так вот, это не подарено. Нам была дарована возможность стать творцами в себе некой структуры, в которой проявлена наша божественность. Это не она сама божественность, а в ней проявлено вот то, что в сердце, и то, что нас связывает с высшим нашим индивидуальным «я». Поэтому какой уровень, мне это неведомо. Те, с кем мы в контакте, об этом тоже затрудняются сказать, но так опосредованно, и если свести это к какому-то однообразному ответу, скорее всего, это те, кого андромедяне называют паатал. И в этом смысле я все время говорю, как называется дворец в Лхасе, значит, вот это резиденция Далай-ламы, да? Все знают? Потала. Странным образом созвучно. По-моему, в фильме «Контакт» они называются древние строители. Древние строители, да. Они упоминаются еще и в пресловутом третьем послании человечеству. Есть его текст, и там не только упоминания есть, но там есть описание их принципа. То есть они относительно оси координат – это бесконечная прямая по отношению к нам. У нас что-то такое, нечто восходящее, а у них бесконечная прямая. То есть они уже дошли до какого-то уровня, где все, никакие не нужны физические проявления. Но когда-то, в какие-то времена, они были более плотными.
и работали как космические инженеры. Так, понятно. Спасибо большое. Даже не знаю, что дальше спросить. Истуканы на острове Пасхи. Можно чуть поподробнее о том, что, для чего, кто это? Ну, это очень большая тема. Как технологии, ответ на вопрос, если очень коротко, это остатки Лемурии. И еще кое-чего относительно гораздо более позднего, ближнего к нам по временам. Своеобразное эхо, наверное, самых последних по времени глобальных войн с применением ядерного оружия. И там есть кое-что сохраненное в виде технологий особых. Ну, собственно говоря, за этим туда и шастали. Угу. Подзаряжаться технологиями. Как в прошлом допускались ядерные войны, если сейчас, например, говорится о полной недопустимости этого? Во-первых, мы знаем о том, что на протяжении истории человечества здесь было много разных видов взаимодействия друг с другом, разных космических рас, цивилизаций и так далее. Некоторые из них кончались войнами, где не выбирали, как говорится, аргументы, шарахали так, что наша Земля кувыркалась, в разные стороны с орбиты сходила, и в каком-то смысле это было круче, чем любая атомная бомбардировка. Но удар астероидом, вот то, о чем я говорил сегодня. Причем астероид управлялся механизмами некоторыми. Это то, что лемурийцы запустили, когда уже сами практически не существовали. Это удар возмездия, если угодно. Мертвая рука. Ну, сколько там водородных бомб в перечислении на этот удар. Другое дело, что все эти события были в те или иные метаисторические эпохи, когда наша часть галактики и Вселенной могла находиться в обстоятельствах, значительно отличающихся от тех, в которых мы сейчас находимся. Если свести это все в максимально сжатую формулировку, значит, с того момента, когда Земля вошла уже в наиболее плотную часть этого космического потока, о котором я столько уже говорил, дальше некуда, да, который реален, физичен и так далее. Читайте и смотрите Алексей Николаевич Дмитриев и его научные там все эти выкладки. То и суть процессов взаимодействия нашего плана, условное 3D, условное, с нашим набором частот, с другими параллельными, тоже изменился. Наши планы стали более взаимодействующими. Энергетика взаимодействия изменилась. Отсюда и любое происхождение какого-нибудь, чего-нибудь, какого-нибудь бадабумс здесь, это большее влияние на параллельные с нами какие-нибудь пространства или частотно-резонансные пространственно-временные континуумы. Другое. В разы. Еще, может быть, даже на порядке. Мы не знаем. Но об этом нам намекали. Об этом, кстати, была информация еще тогда, в начале 90-х, когда работал в этой нашей ассоциации научной, уфологической. Другое дело, что это там не классифицировалось слишком конкретно, но я это запомнил с того времени. А потом уже
когда в полный рост стала тема ТКП, и некоторые виды информации от проверенных контактеров в связи с тематикой ТКП, вот эти вопросы тоже вставали, и ответ был такой. Именно потому, что мы живем в совершенно другой энергоинформационной обстановке. Она сверхнасыщена теми видами энергии, которые никогда не поступали на Землю за последние сотни миллионов лет. Это как минимум. Ну, у нас сейчас, собственно, этап энергетического перехода. Да. Любые процессы трансформации, они очень тонкие и чувствительные, наиболее, я понимаю, и воспринимают любые воздействия более ярко в такие этапы. Конечно, есть еще другие какие-то составляющие в этом ответе, но в конце концов, после того, как с уверенностью можно сказать, что с 1967 года, когда все ядерные боеголовки, бомбы с ядерным зарядом, артиллерийские снаряды с ядерными зарядами были взяты под полный контроль определенными структурами. Ну вот это и говорит о том, что они все держат очень внимательно под своим присмотром. Время и так огненное, не хватало его еще больше насытить. Конечно. Такими ситуациями. А вот еще интересный вопрос. Вы много раз говорили, что темные думают в долгую, да, и прорабатывают свои планы в долгую. Но, наверное, светлые тоже думают в долгую. И есть ли какие-то примеры в этом смысле у светлых сил, когда их спецоперации проходили в том числе сквозь поколения, века, возможно, эпохи? Главная их спецоперация – это сохранение в людях Земли божественного огня. Она удалась. Угу. Вот пример. Значит, не только темные думают в долгую. Дело в том, что темные ограничены в своем думании пространством и временем, в которых они заточены. Вся их суть паразитическая не позволяет им работать в унисон и в согласии с великой эволюцией Вселенной, которая естественно, спокойно все выводит на все более и более высокие частоты, значит, в более тонкие планы, измерения, как угодно. Да? Они от этого оторваны, они не имеют шансов. Поэтому все их продумывания, просматривания и так далее, они только в рамках того поля, пространства и времени, в которых они существуют. При этом с постоянным уплотнением у них не эволюция, а у них антиэволюция, регресс. То есть уплотнение, уплотнение и уплотнение. А в перспективе это означает, с этой точки зрения, все меньше и меньше и меньше возможность смотреть вперед. С финалом невозможность смотреть даже вперед на секунду. Вот что их ожидает. Да. А силы света – это все как раз наоборот. И в этом смысле они прозревают на все планы по восхождению. А там время измеряется не триллионами, а какими-то квадриллионами, секстиллионами, еще чем-нибудь, имея в виду большие и малые циклы проявления и сжатия. Большие и малые там, манвантары и пралайи. Вот такими категориями мыслят светлые. Потому что могут и есть возможности. Ну, я думаю, на сегодня у меня вопросы закончились. Спасибо большое, Юрий Рубинович. Может быть, от себя что-то хотите сказать? Я сегодня, наверное, смогу ответить на вопросы, которые меня так закидали некоторое время тому назад. Я пообещал
по возможности ответить. Потому что, ну, этим интересуются люди, болеют. Лучше бы они не болели, а занимались бы полезными делами какими-нибудь. Но был такой эпизод в некой немирной компании, которая сейчас кое-где происходит, где кое-кому не подвозили кое-чего взрывающегося в достатке. Был такой эпизод на музыкальную тему, классическую, немецкую. Да? На букву В. Да. И в очередной раз хочу сказать, в подтверждение того, что сказано было много-много и много раз. Все земное в свете всего сказанного сегодня – это отражение очень неземного. Я много сегодня говорил, каким образом нехорошие умудряются свой гешефт тут слупить так или иначе, и как этому противодействуют силы. И как Россия, встав в Сирии в определенную позицию, ее и проводит. В этом смысле. Это просто преемственность. Еще и потому, что задача была поставлена перед всей ТКП прекратить торговлю людьми и прочие безобразия, за которые самые страшные кары ожидают, они не были прекращены. И это есть главный ответ на вопрос, почему случилось кое-что и где-то там южнее, чем Латвия. Это главный ответ на вопрос. И почему так? И почему какие-то там странные невзятия каких-то объектов очень долго, хотя, казалось бы, при некоторых видах оружия это все просто раз и все, да? Потому что во главу угла ставится последняя буква из трех, которыми обозначены немирные средства передвижения. ОКУНА – максимальное сохранение жизни мирных жителей. А это означает еще и сделать все, чтобы те, кто находился, как в Мариуполе, находятся до сих пор в некоторых других местах в заточении, в самых чудовищных там формах, где и производились эти заготовки, за которыми кое-кто сюда уже прилетал и не долетел, да? Чтобы это было правильно сделано. Для того, чтобы это было правильно сделано, это должны делать правильные люди с правильным обучением. Это должны быть особые рода войск, которых как бы не существует в России. А такова практика, вот реальная жизнь, что этот кое-кто на букву «В» добился кое-чего. И на примере местечка, где присутствует соль, вдруг раз и рванул туда, и, вы понимаете, люди, которые совсем не подготовлены, вообще, и что-нибудь такое там увидят. А вы представляете, куда у них вот это место поедет от увиденного? Это же то, что человеческий разум, сознание, душа человеческая с этим соприкасаться не должна, потому что это мега-запредельные чудовищные дела, которые творились и творятся с людьми там. Вот это такой намек, такой ответ, некоторое метроограничение активности на некоторых объектах, на некоторых направлениях. А дальше, судя по некоторым более поздним событиям, все-таки кое-кто, кое-во что был посвящен. Потому что правда жизни такая, потому что хотим так, а получается так.
потому что думали, что получится так, а получается вот так. И потому что о, потому что о. А это значит, никуда не денешься. Это больше потерь, это замедление общего темпа и все остальное. Это правда жизни, суровейшая. И это постоянное изобретение противоположной стороной из четырех букв. Там не Украина воюет. Еще чего-нибудь, еще чего-нибудь, еще более чудовищного. Я про всякие эти бучи вообще не говорю. Это так, это мелочь. Это... Заряды с обедненным ураном сейчас поставляют. Ну, а если еще вот о чем подумать, что вся эта англосаксонская мерзость в своей реализованной ипостаси, ведь у них какой принцип? Сначала сделать, а потом сделать вид, что мы, кажется, там что-то сделали. Это почти всегда. Вот в чем дело. Так что тут ситуация действительно нешуточная. И вот эта жуткая тема, насквозь прошивающая всю торговлю в МКК и в ТКП, она здесь играет колоссальную роль. К великому сожалению. Не было бы этого, я думаю, что музыканты там совсем по-другому бы играли бы симфонии, оратории там, и прочие коды. Да. Вот так аккуратно можно ответить на этот вопрос. Да. Ну, хорошо, сегодня мы славно пообщались для пилотного выпуска. Я думаю, что очень здорово. Спасибо большое, Рубин. Будем готовиться к новым встречам. Было очень интересно, как всегда, много нового узнал. И надеюсь, наши зрители тоже. Хорошо, на этой очень позитивной, приятной, теплой ноте назовем ее... Фа-мажор. Это скорее аккорд. У нас будет такой. Мы сегодня завершим и посмотрим, что будет, какой у нас будет резонанс. И в конце нашей сегодняшней беседы, на всякий случай, еще раз ко всем друзьям всех наших каналов обращаюсь с просьбой. Давайте поможем Александру Черкасову. Такова у него ситуация, что человеку надо помочь, а он, даже несмотря на все, что иногда бывает в жизни человека, продолжает трудиться. Мы скоро увидим плоды его трудов. Всем понравится, я вас уверяю. Так что его реквизиты будут под этим видео. Всем доброго здравия, благополучия, позитива. Все у нас получится. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо.